Это моя рубрика «Рекомендации», где я рекомендую вам музыку, фильмы, книги и так далее. И вот сегодня, вот прямо вот сейчас, я рекомендую вам фестиваль «Жара». Ну все, пока. Для тех, кто в танке и не знает, что такое фестиваль «Жара», я вам расскажу. Фестиваль «Жара» проходит ежегодно, ну уже второй год подряд, в городе Баку, в столице Азербайджана. Давай сбежим туда, где солнце греет старый город, и смоют волны Каспия твои следы, что оставишь ты, танцуя на берегу. Давай сбежим с тобой на лето в Баку. Не радовать меня, Азербайджан, Семич Гасанову, потому что я, внимание, в этом году буду на фестивале «Жара». И если ты хочешь пойти со мной, то вы знаете, что надо делать. Просто напиши, братишка, пойдем вместе. Ну вот мы и пойдем вместе. Серьезно, нет, напишите мне, не с кем идти на этот фестиваль, понимаете? Так что, без лишних подкатов, букетов, так это из другого. Напишите мне, кто идет на фестиваль «Жару», внизу, в комментариях, или ВКонтакте, или в Инстаграме. Ну, короче. Да, может быть, кто-то из вас задумается, почему же я в куртке, ведь лето. Я скажу, я сибирячка, здесь так принято. Здесь круглый год ходят в куртке. Видите, у меня даже фон до сих пор новогодний. Гирлянды, да, все дела, вот это вот. И проходит этот замечательный, потрясающий, красивый фестиваль благодаря одному замечательному, потрясающему азербайджанцу. Именно Аразбичу Агаларбу, собственной персоной. То есть стратегия — это писать, сочинять и исполнять настоящие, честные, искренние песни, также их воспроизводить на живых концертах. То есть как бы никакого секрета нет. И если мои музыкальные вкусы совпадают с теми, кто приходит на концерты или покупают мою пластинку, или загружают меня на iTunes, тогда все получается. Не, ну я, конечно, понимала, да, что он талантливый, там, поет красиво, вот это вот все, да. Но, есть одно большое но. Я посмотрела его интервью. Все его интервью. И вот вы знаете, мне он понравился. Да, вот просто, понимаете, у меня такая гордость за этого человека, что он вот так все время говорит об Азербайджане, продвигает вот это вот все. Понимаете, это не так легко, это я вам говорю, это не так легко, но он старается. Так вот, мы с вами должны поддерживать наших земляков, тем более, что они талантливые. Ну, это я так, к слову. А сегодня мы будем танцевать с вами под зажигательные хиты участников фестиваля «Жары». Там, мне кажется, будут все звезды российской и азербайджанской эстрады. Ребята, это нельзя пропустить. Надо идти, надо. Прошлогодняя жара была настолько жаркой, что в этом году она будет вдвое больше, жарче и сильнее. Это будет 4 дня с 27 по 30 июля в том же поселке Сибриз, на берегу Нардарана, Каспийского моря. И нас ждут абсолютно все российские, азербайджанские и иностранные лучшие ярчайшие артисты. Короче, слова излишни, тут будем танцевать. Никакой.
вечер набитый за край. И так до утра, ночи без сна. Делает вечер набитый за край. Я обожаю эту песню. Я в глаза твои, как в зеркало смотрю. Все потратил, все за пару сюда. Папа, дай денег, папа, дай денег. Самая. Не могу дышать, но сердце знает. Я хочу кричать, что это значит. Возьми жену, туда, где солнце греет. Старый город и смоет полный газ, меня твои. А миром правит любовь и дебил. Что за это верят в нее? Прости Всевышний, но я в ней умышлен. Как нам друг без друга прожить и дня? Как нам? Ты самый опасный для меня. В Баку! В Баку! Давай сбежим с тобой на лето в Баку!